Итак, каким образом будет финансироваться строительство АЭС? Как создается тот самый международный консорциум для казахстанской атомной станции? Кто из мировых игроков согласен в него войти и какие существуют препятствия для его реализации? И вообще, насколько велики коррупционные риски? И о каких суммах и сроках создания АЭС идет речь? Мы все рассмотрели очень подробно. В этом нам помогли эксперты, председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов, депутат Мажилиса парламента Дюсенбай Турганов и экономист Марат Абдурахманов. А в теме разбирался мой коллега Максим Григорьев. Даже через полтора месяца после референдума тема строительства АЭС продолжает будоражить информационное пространство страны. Связанные с этим вопросы регулярно появляются в новостной повестке. Каким образом будет идти финансирование атомного проекта в Казахстане? Не затянется ли его реализация и насколько из-за этого изменится его стоимость? Какие из компаний станут вендорами, поставщиками оборудования? И как будет реализовываться идея создания в Казахстане консорциума с мировыми атомными игроками? Это лишь часть лежащих на поверхности проблем, которые муссируются в обществе. Напомним, что идею международного консорциума предложил президент страны. Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Интересно то, что анализ, о котором говорил Касым Жомарт Кемелевич, должен был быть проведен еще задолго до того, как он озвучил свое политическое решение. Причем еще в 2022 году, когда им впервые было объявлено о намерении строительства в Казахстане АЭС. Уже тогда специалисты должны были подсуетиться и положить на стол президенту предварительное технико-экономическое обоснование о том, какие технологии использует та или иная компания с ориентировочной стоимостью и временем реализации проекта. Возможно, что все так и было, но к 2024 году многое что изменилось. Появились новые атомные технологии, которые также требуют своей проработки казахстанскими экспертами. Насколько я владею информацией, при ТЭО еще президент Нурсултан Абишевич Назарбаев делали для него еще в 90-х. То есть президент Нурсултан Абишевич Назарбаев с 90-х годов его блокировал, этот проект. Почему? Потому что показатели предТЭО были, как мы понимаем, ниже плинтуса. То же самое, что и сейчас. До 2022 года эти все встречи должны были произведены. И только после этого должны были быть приняты решения политические. Но, как мы знаем, поколение 4+, сухие реакторы в Техасе были завершены, исследования полностью, и введены в эксплуатацию только в этом году. То есть в 2022 году никаких новых технологий реакторов 4 или 5 поколения не было близко. Так или иначе, политическое решение президентом Токаевым было принято. Причем Касым Жомарт Кемелевич, проявив свои дипломатические качества, напрямую не затронув тему подрядчиков для АЭС, огласил идею создания международного консорциума для строительства станции. Оно и понятно, в нынешних реалиях отдавать предпочтение северным соседям значит поссориться с западными. И наоборот. Эту тему для нас раскрыл депутат Мажилиса парламента Дюсенбай Турганов. Идея очень правильная и нормальная. Вот. Ну, в первую очередь, если, допустим, будет одна страна, одна компания, и вплоть до винтика она будет поставлять только свое. Понятно, тогда всецело оно нас будет держать как бы за одно место, так? Всегда. Вот. Второй момент здесь. Тут немаловажны, наверное, на сегодняшний день вот эти вот геополитическая ситуация, санкционные вещи. Поэтому здесь тоже как-то надо подстраховываться.
Международный консорциум – та самая страховка, которая должна обеспечить реализацию атомного энергетического проекта в Казахстане. В его успешности не сомневается председатель Казахстанской ассоциации энергосберегающих организаций Сергей Агафонов. Он объяснил, как именно воплощаются подобного рода идеи на практике и рассказал, что до сих пор неизвестно, кому именно достанется почетное звание поставщика продукции для Казахстанской АЭС. Я вижу только выгоды от того, что это будет консорциум. Там есть одна особенность в таком случае. Вот так называемый ядерный остров, да, все, что связано с реактором и сопутствующим оборудованием, это, как правило, отдают только одному вендору, да, одному подрядчику. Да. А все остальное, там же дальше турбинный цех, да, соответственно, где турбины, генераторы, потом вспомогательное оборудование, электроника, о которой я уже сказал. Да. То есть после ядерного острова это обычная тепловая электростанция, понимаете? Ничем не отличается от обычной тепловой электростанции. Да. Ну, у нас же, как правило, когда там условно даже строят вот наши тепловые электростанции, там все равно привлекают разных субподрядчиков, разные поставщики оборудования, да, то есть это такая же примерно аналогия. Кто будет, вот понимаете, вопрос же всегда о том, кто будет именно, я думаю, на него сейчас никто не ответит, и не надо даже пытаться, не ответят ни уполномоченные органы, эксперты могут только фантазировать. Свое участие в консорциуме рассматривают 5 стран. Вместе с выразившими недавно свое желание строить АЭС в Казахстане с Соединенными Штатами Америки, реализовать станцию на практике готовы Россия, Франция, Китай и Южная Корея. Когда-то в список потенциальных строителей входила и Япония, причем она возглавляла данный шорт-лист, но потом была из него исключена. Премьер-министр страны восходящего солнца Фумио Кисида в интервью нашим коллегам из радио «Азатык» рассказал, что его страна оказалась не так важна для Центральной Азии, как Россия и Китай. Давайте посмотрим на компании, готовые построить у нас свои АЭС. Начнем с южнокорейской. Korea Hydro and Nuclear Power, сокращенно KHNP. Кстати, в июне 2022 с ней казахстанские атомные электрические станции подписали меморандум о взаимопонимании в области развития атомной энергетики. Мирный атом в Южной Корее первыми стали развивать американцы. О том, как это происходило и на каких условиях, чуть позже расскажет один из наших спикеров. Сейчас же в стране действуют 26 реакторов. Корея успешно запустила первую атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах. На АЭС Барака из 4 запланированных уже работает 3 энергоблока. Построить свою АЭС для Казахстана предлагает и государственная энергогенерирующая компания Франции EDF, Electricité de France. Это крупнейший в мире оператор атомных электростанций, чья ответственность распространяется на 65 энергоблоков АЭС, 9 из которых находятся за пределами страны. Это почти 18% общей мощности всех АЭС, эксплуатируемых в мире. Кроме нашей страны, сейчас компания ведет переговоры о строительстве станции в Польше. Отметим, что у себя во Франции в сентябре этого года она впервые за 25 лет запустила новый атомный реактор. Ввод его в эксплуатацию откладывался по разным причинам. Он установлен на АЭС Фламанвиль. Строительство ее третьего реактора поколения 3+, EDF, начало еще в 2007 году. Заработать он должен был в 2012, но из-за технических проблем запуск переносился несколько раз, что привело к удорожению стоимости проекта с изначальных 3 миллиардов евро до 13. А на прошлой неделе стало известно, что французские представители энергогенерирующего гиганта встретились с коллегами из казахстанских атомных электрических станций КАЭС и нашим Минэнерго. В рамках визита они также посетили потенциальную площадку для строительства атомной электростанции в селе Улькен Алматинской области. Кстати, на прошлой неделе также стало известно и о еще одной встрече представителей КАЭС со специалистами другой французской компании AS-System. Она занимается проектировкой, строительством, надзором и вводом в эксплуатацию проектов в атомной отрасли. К
Как следует из официального сообщения, рассматривались возможности консультации и поддержки со стороны компании «Ассистем» в рамках проекта строительства атомной электростанции в Казахстане, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. Следующий претендент, которого рассматривает Казахстан для участия в консорциуме, это китайская национальная ядерная корпорация China National Nuclear Corporation, сокращенно CNNC. По официальным данным, в Поднебесной сейчас функционируют 57 блоков. В процессе строительства находится еще 47. После их запуска в КНР будет действовать более 100 ядерных реакторов общей мощностью свыше 110 гигаватт. В августе же этого года на выставке «Казатом-Экспо» китайский претендент на строительство у нас АЭС сообщил о возможной ее стоимости. Заявление озвучил представитель китайской национальной ядерной корпорации по Центральной Азии и Восточной Европе Ли Юдонг. Он заявил, что за 5 лет и 200 миллиардов юаней, это около 1 триллиона 360 миллионов тенге или 2 миллиардов 800 миллионов долларов, CNNC готова возвести один энергоблок на 1,2 гигаватт. Таким образом, стоимость строительства АЭС из двух блоков общей мощностью в 2,4 гигаватт, которую планируется построить к 2035 году в Казахстане в случае выбора китайского подрядчика, составит 5,6 миллиарда долларов. Особо обратим внимание на сроки реализации. У себя на родине в Синьцзяне два блока местной станции корпорация возвела за рекордные 6 лет. У нас на строительство может уйти ориентировочно более 10 лет. Кстати, в пользу двух последних претендентов на строительство станции в Казахстане говорит такой факт, что в Усть-Каменогорске производится топливо для АЭС по французскому дизайну для китайских атомных станций. Теоретически это создает возможность для поставки казахстанского топлива на АЭС в республике в случае победы французского и китайского подрядчика. Именно поэтому «Росатом» в качестве претендента на строительство делает все возможное, чтобы обогнать своих конкурентов и оказаться главным поставщиком своего оборудования для нашей АЭС. В сети уже гуляет слитое письмо посольства России в адрес Министерства иностранных дел Казахстана. В нем оно просит содействия в организации встречи главы российского холдинга с президентом и премьер-министром Казахстана, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в атомной сфере. Отметим, что за последние 18 лет российский атомный холдинг запустил 18 блоков. На данный момент им сооружается еще 22 блока в 7 странах. Вот эти 4 компании представлены. Вот, у каждой там разный опыт строительства, да, но все достойные вполне, все себя зарекомендовавшие на рынке, все уже построившие в свое время блоки, которые действуют, эксплуатируются и так далее. Недавно было объявлено об интересе американской стороны, да, вот как раз, по-моему, на следующий день после проведения референдума. Ну, я на этот счет всегда говорю, чем больше будет, условно, вот этот вот список вендоров, тем лучше, да. Опять я возвращаюсь к своей идее, что наша задача, невзирая ни на что, максимально расторговать вендоров на самые лучшие для страны условия. Что касается цены, вот если мы сейчас начнем смотреть, опять же, наша уже называю АКУЮ, да, которая у наших турецких коллег строится, часто в пример приводится, изначально декларировалось, по-моему, 22 миллиона, потом, я могу ошибаться, но называли, либо потом отзывали 24-25, да, вот, но это, соответственно, 4 блока по 1200, да, вот. Потом у нас есть хороший очень пример, это Барака, да, которая в Объединенных Арабских Эмиратах построена, это 4 блока, корейская компания, они построили за 25 миллионов, да. Потом у нас есть, соответственно, что у нас есть, Пакистан, там площадка была под Карачи, там станция одноблочная функционировала с 66 года, по-моему, после этого китайская, вот, кстати, китайская CNNC, которая у нас, да, вот она как раз там построила, два построила по 1100, вот, и, по-моему, они тоже где-то в миллионов 10 там с чем-то уложились. Я к тому, что, да, и построили, по-моему, за 8-9 лет среднее строительство, 9-15, у нас называется какая-то медиана, да, 12 лет. Я все-таки надеюсь, что в эти сроки мы уложимся.
Вместе с этим обращают на себя внимание то, как в мире реализуются подобного рода проекты. По большому счету, со строительством любой АЭС связано участие нескольких стран, поставщиков оборудования. Подобную ситуацию у нас любят рассматривать на примере строящейся станции в Турции. Об этом и других примерах мирового строительства АЭС, как в консорциуме, так и без него, нам рассказали наши эксперты. Года два тому назад я был на строительстве атомной электростанции в Акую в Турции, но там строит Росатом. Он единолично строит, там никакого консорциума нет, но, тем не менее, реактор российский, другое оборудование, турбогенератор, допустим, французский. В то время было электрооборудование открытого распредустройства сименсовское, то есть немецкое тоже было, так? Но это трудно назвать консорциумом. Этот проект очень выгоден для правительства Турции, и мы это видим наглядно, потому что все убытки, которые сейчас связаны с недопоставкой оборудования, ложатся на Росатом и его дочерние структуры, а не как на правительство Турции. Корейские атомные станции. Там консорциум американских и японских компаний создал эти станции, которые принадлежат им на условиях постройки, управления и эксплуатации. То есть вся прибыль с этих АЭС принадлежит иностранцам. И все об этом знают. Пример Мексики. Мексика захотела построить, но опыт оказался неудачным. Почему? Потому что вот такие технологии не допускаются к передаче странам, которые подвержены коррупции. То есть пока ты не будешь соответствовать всем нормам ФАТФ, тебе эти технологии никогда никто не передаст. И об этом разговора быть даже близко не может. Остановимся чуть подробнее на нормах ФАТФ. Это международная организация с определенным набором требований и стандартов по ведению бизнеса. Одно из них напрямую касается коррупции. Чем грозит Казахстану неисполнение так называемых правил ФАТФ, а также о том, как в некоторых странах создавались атомные консорциумы, с нами поделился экономист Марат Абдурахманов. Во-первых, его формирование происходит на политической основе. То есть в рамках политических обязательств Японии, США, правительство Кореи получило предложение о создании консорциума. То есть это не правительство Кореи просило создать консорциум. Это им предложили создать этот консорциум. То есть когда у нас говорят, что мы будем создавать консорциум и пригласим туда многие страны, это, мягко скажем, не совсем так. То есть это политическое решение, и оно не принимается просто так. То есть, например, если Россия, Китай создают консорциум для строительства АЭС в Казахстане, то это политическое решение этих двух стран, а не политическое решение Казахстана. Сейчас Казахстан не подписал международные документы по борьбе с коррупцией. То есть вот эти все опасные элементы не могут быть размещены в принципе в Казахстане. Вот Нигерия тоже хотела построить себе АЭС. Ей отказали, сказали, победите коррупцию, проблем нет. Они стали вводить вот эти все нормативы ФАТФ. И что вы думали? Там произошло три революции после этого. Сегодня звучит мнение, что в атомных проектах проявление коррупции маловероятно, так как они контролируются международными организациями, например, такими как МАГАТЭ. Два этих важных аспекта нам прокомментировали наши эксперты, экономист Марат Абдурахманов и председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов. Вот вы привели пример солнечной электростанции, там ветровые, давайте угольные сюда же добавим, да? Ни в одном этом случае нет контроля международной организации, да? В случае с АЭС этот контроль есть. Это МАГАТЭ, нужно это признать, да? Это компания, которая будет контролировать с момента выбора площадки до момента включения в сеть и последующую эксплуатацию станции, да? Для них все прозрачно, там максимально, там никакой, извините, бумажки, никакой цифры не утаишь. Второе – это общественный контроль. Так вот, общественный контроль к АЭС прикован максимально. Поэтому не нужно нам себя недооценивать. Вот. Борьба с коррупцией – это один процесс, который должен вестись.
да, строительство АЭС и достижение независимости энергетической – это другой процесс. Это не есть гарантия. Контроль МАГАТЭ, он только контролирует основных подрядчиков, генерального подрядчика, который дает общие отчеты без детального анализа. Субподрядчики что, как покупают, никто не знает. Например, цемент Е800, который должен применяться для фундамента этой АЭС, в Казахстане не производится. Представляете, по какой цене его купят? В Китае его купят по тройной цене и так далее, и так далее. И так по каждому направлению. Представьте себе. Это то, что касается коррупции, которая у нас, как известно, пока непобедима. Однако есть и другие аспекты, и они связаны непосредственно с самим консорциумом. О главных рисках совместного участия в атомном проекте нам рассказал народный избранник Дусенбай Турганов. Сложность, в первую очередь, ни один, допустим, победитель не захочет с кем-то делиться. Вот. Он хочет быть единоличным хозяином. У него интерес один – извлечь максимум прибыли, отжать по максимуму, так, и в короткие сроки вернуть те свои средства, которые он сюда вложил. И он не хочет рисковать еще кем-то. Вот. Кто-то будет там поставлять оборудование, непонятно по какой цене, непонятно по каким срокам, непонятно какого качества. Некоторые говорят же, что если это консорциум, если это оборудование основное у одного, вспомогательное это у другого, то оно, во-первых, по срокам может затянуться, во-вторых, значит, оно как бы увеличит стоимость этого проекта. Вот. Ну, вот такие вот риски, конечно, они есть, но, тем не менее, я думаю, здесь вот в ходе всех этих переговоров можно будет выбрать самые приемлемые, оптимальные вот эти вот предложения. К счастью, сегодня Казахстану выбирать есть из чего. И здесь главное не продешевить и, как сказал ранее Сергей Агафонов, расторговать поставщиков на максимально выгодные для страны условия. Тут ключевое слово «для страны», а не «для себя». Поэтому очень важно, чтобы в эти вопросы не вплетались чьи-то корыстные интересы, хотя без них в таком масштабном проекте едва ли обойдется.